Привет всем, с вами снова Антон Апарин, и сегодня я на своем канале решил открыть новую рубрику, очень интересную. Очень много моих учеников часто задавались вопросом: «Антон, почему я не могу звучать как мой любимый гитарист?» То есть вот почему? Я беру гитару, я играю те же самые ноты, и я понимаю, что звучит не то, то есть все не то, вообще все не то. И каждая нотка, она все звучит как-то по-новичковому, то есть я играю вроде то же самое, но не звучит. Я слушаю оригинал и понимаю, что все другое абсолютно. И как раз именно этой проблеме я хочу посвятить эту рубрику. У этого есть небольшая предыстория. Какое-то время назад в моей школе в чате кто-то выложил видео Карлоса Сантаны, одно из последних, и на него сразу все накинулись. Типа: «О, Сантана, дно, новичковый уровень, я о нем был больше мнения, вообще ужас, кошмар, позорище» и так далее. И мне даже стало интересно. То есть я обычно думал: блин, Сантана вроде клевый гитарист, и что это они как бы так на него наехали тут? И я для интереса специально, как бы включая видео, не понимая, что происходит, включая видео, смотрю. И знаете, я, исходя из своего большого опыта, услышал некоторые вещи, которые мне так понравились. И я, знаете, вот сижу, у меня невольно начинает появляться улыбка на лице. И я думаю: блин, вот Сантана красавец, а. А эти парни даже вот понятия не имеют, что вот ни один из них сейчас даже приблизительно повторить не сможет. Но я и говорю: ребят, вы что на Сантану наезжаете тут вообще? Ну, клёво мужик сыграл, там очень музыкально. Они, ну, почти все на меня сразу накинулись, что: «Антон, уже смешно, как ты все время пытаешься защищать гитаристов, ты, мол, уже отрицаешь очевидные вещи». И вы: «Ребята, вы не понимаете, о чем говорите, сейчас никто из вас этого не повторит. Просто никто, даже те, кто более-менее неплохо играет, вы не сможете сейчас этого просто так сразу сыграть, это сложно сыграть». «Да что тут играть, сыгранных хренов, тут каждый так сможет». И вы: «Хорошо, попробуйте». Если я не ошибаюсь, я даже пообещал комплект струн за то, что у человека получится. И, ну, говорю: «Попробуйте, давайте тогда, сыграйте». «Да что тут играть?» Он говорит: «Давайте, давайте, давайте, не буду, давай, давай, не буду». «Ну давайте, он же новичок, он дно, давайте попробуйте, подумаешь, это же нефиг делать, тут сейчас раз плюнуть вообще». Согласились и начали записывать видео. Ну, я такой сижу, смотрю на все это. Ну, о результате, я думаю, вы догадываетесь, к сожалению, как в оригинале, так никто сыграть и не смог. Фраза довольно банальная, простая, казалось бы, что тут делать-то? Ну вот давайте с вами возьмем несколько первых нот, и уже на них мы сразу застрянем. Вау! Казалось бы, обычный бенд, что тут такого-то, да? Но вот здесь и начинается профессионализм, которого никто не замечает, если только вы не отдаете музыке жизнь. Я сейчас попробую вам объяснить, попробуйте только вдуматься, сколько нюансов было в одном бенде. Сперва я хотел бы вам объяснить, что такое термин «бесконечная подтяжка». Бесконечная подтяжка – это когда вы берете бенд и подтягиваете его на протяжении всего звучания ноты. То есть, если у вас нота, допустим, четвертная, на протяжении всей четверти вы ноту подтягиваете вверх. То есть, у вас нету потолка, то есть, вы там не на полтон, на тон, на полтора тон ноту подтягиваете, вы ее подтягиваете бесконечно в течение звучания ноты. То есть, вот это называется бесконечный бенд. Так вот, давайте сейчас начнем. Начинается с ноты до. Это обычная ля минорная пентатоника. Начнем с ноты до. И с первой же подтяжки начинается все веселье. Для того, чтобы все прозвучало как в оригинале, вам нужно сделать довольно-таки сложные манипуляции. Сначала мы подтягиваем ноту на тон. Смотрите, я не знаю, может быть, я нарисую, может быть, не нарисую. Смотрите, в общем, у вас есть нота. Сначала мы подтягиваем ноту на тон. То есть от ноты до ноты ре. Мы подтягиваем ноту довольно-таки резко. Самое главное здесь, чтобы вы начали подтягивать ноту прямо сразу вместе взятием. То есть не так вот, а именно прямо во время взятия вы должны уже сразу начать подтягивать ноту. Это очень важно. Дальше мы подтягиваем резко ноту на тон.
чтобы остановиться именно на ноте ре с подтяжкой. И вот здесь мы начинаем уже медленный, то есть мы резко меняем скорость бенда. И вот с этого момента, с ноты ре, мы начинаем такой маленький, незаметный, маленькую незаметную бесконечную подтяжку вверх. Поняли, что происходит, да? То есть мы подтягиваем до ноты ре, потом начинаем маленькую бесконечную подтяжку. Что происходит дальше? У нас нота подтянутая до ноты ре. Мы идем чуть дальше, там уже почти к ре диезу, ну, чуть-чуть ближе туда. Потом, что мы должны сделать? Не прерывая звучание, мы должны вот эту ноту после бесконечной подтяжки резко опустить до ноты до диез. То есть это вместо ноты ре мы потянули на тон. Потом резко с бесконечной подтяжки мы опускаем до ноты до диез. Вот она. То есть мы потянули, потом бесконечная маленькая подтяжка. Резко опускаем до диеза. И что вы думаете, мы делаем дальше? Мы резко после этого спуска мы сразу же начинаем опять идти в бесконечную подтяжку. Опять небольшую. И потом без прерывания звука мы продолжаем играть пассаж. То есть там, кстати, можно сыграть ее довольно-таки по-разному. То есть ее можно сыграть либо чисто, либо с двойным звуком. То есть можно сыграть, например, так вот. Либо. Второй вариант такой более блюзовый, но в принципе это уже вам решать. То есть, по сути, сейчас, не знаю, по-моему, гриф вы не видели в кадре, вот. Либо. Вот. То есть такие вариации есть у этого бенда, то есть его можно сыграть по-разному. Тем не менее, вы понимаете, что как бы я когда это услышу, я понял, что, во-первых, это сделать очень сложно, то есть это даже мне нужно над этим концентрироваться, я должен понимать, какое я хочу звучание, оно очень тонко, то есть это, по сути, это эффект, я еще могу называть этот эффект эффектом гонок Формулы-1, то есть когда вы понижаете передачу, точнее повышаете передачу, вот. То есть вот такой эффект получается. Дальше после этого мы возвращаемся в пассаж. Опять здесь на ноты до. Мы опять играем небольшую бесконечную подтяжку. Все, то есть в принципе пассаж закончен. В данном моменте больше грязи, наверное, было даже из-за эффекта фуз, потому что фуз это вообще очень такой грязный звук. И тем не менее, даже бы если представить, что он бы сыграл в этот момент еще, допустим, грязнее, то есть даже технически как-то там что-то еще сделал, да? Тем не менее, в его руках этот пассаж прозвучал очень фирмово и очень дорого. Вы могли бы сыграть, допустим, просто, вот если представьте, вы не знаете таких деталей, и сыграли бы просто как-то так вот, допустим. Либо как-то, может быть. Но все-таки. Все, то есть как бы там вообще уже все детали абсолютно другие. И это звучит круто. Это звучит реально дорого, фирмово и классно. Это звучит фирма. Поэтому кто бы там что ни думал, до такого дна большинству гитаристов еще расти, дорасти. Это вот как раз и есть тот самый профессионализм и гигантский музыкальный опыт, который я сразу услышал в таких вещах, и он меня заставил тепло улыбнуться, потому что я понимаю, что за этим стоит, чтобы так сыграть, и какое чувство инструмента и музыки у этого человека. Обычно вы просто не заметите таких вещей, если вы не отдаете музыке жизнь. Думаю, что такая фишечка с бендами вам была интересна, и теперь вы будете замечать больше и сможете развивать в себе такие навыки для того, чтобы научиться играть более красиво, профессионально и круто, чтобы вы понимали, что то, что вы делаете, звучит реально фирма. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, увидимся в следующих видео об игре на гитаре. Пока! И, кстати, у меня есть для вас отличная новость. Как вы уже знаете, у меня есть гитарная школа, в которую я вас приглашаю вступать, если вы хотите узнать о гитаре больше, чем вы даже могли себе представить. И в этой школе сейчас открывается барабанное отделение, которое представит наш преподаватель и один из лучших барабанщиков России Роман Петросян. Вы его, возможно, знаете по таким проектам, как Nobody One, Братья Гримм, Евгений Маргулис и многие-многие другие. Профи своего дела с колоссальным опытом гастрольной деятельности в более чем 12 странах мира, включая Европу, Азию и США. Он научит вас правильно понимать абсолютно любой стиль музыки, аранжировку барабанщика в коллективе, как играть ту партию, которая подходит и нужна песне,
К кропотливому отношению к груву также вас ждет детальный разбор всех возможных нюансов техники игры, постановки, звукоизвлечения, все самое важное и все, что нужно знать музыканту-барабанщику, понимание времени от простого к самому сложному, как для самых начинающих, так и для тех, кто уже работает профессионально на сцене и желает узнать секреты и тонкости работы. Чтобы вступить к нему в школу, пройдите на сайт моей школы, выберите абонемент для барабанщиков. Все ссылки я оставил в описании. Если вас интересуют какие-то вопросы о том, как проходит обучение, то система обучения – полная копия моей школы, поэтому если хотите знать детали, просто прочитайте описание моей школы. Хотел бы вас попросить, если вам не сложно, разослать это видео всем своим друзьям-барабанщикам и распространять это видео среди всех своих друзей. Ну и думаю, что немного игры Романа, который начнется буквально через 10 секунд, вам скажут все сами за себя. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Спасибо большое за просмотр этого видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Также нажимайте на колокольчик для уведомления новых видео. Увидимся в новых видео. Всем удачи и пока. Рома, зажигай!